Домашний, вкусный, ароматный хлеб за 5 минут в день без замеса теста. Возможно ли это? Привет, друзья! С вами Елена, и вы на канале «Учимся готовить вместе». Сегодня хочу поделиться с вами просто потрясающим рецептом американского цельнозернового хлеба. Очень-очень вкусный, а готовится проще простого. Убедитесь сами! Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и узнавайте первыми о новых вкусных видео. Нам понадобится теплая вода, сухие дрожжи, соль, натуральный мед, сливочное масло, цельнозерновая мука и пшеничная мука. Также все ингредиенты указаны в описании под видео. В теплую воду добавляем жидкий натуральный мед, теплое растопленное сливочное масло и слегка перемешиваем. Добавляем сухие дрожжи и соль и перемешиваем, пока дрожжи равномерно не разойдутся. Сразу добавляем всю муку, просеянную цельнозерновую и пшеничную. Аккуратно перемешиваем все до однородного состояния. Не должно остаться сухих островков муки. Вот такой консистенции примерно должно получиться тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 2 часа в теплом месте для расстойки. Спустя 2 часа тесто хорошо увеличилось в объеме, запузырилось. И теперь есть два варианта. Первый – выпекать хлеб сейчас. Второй – отправляем тесто на ночь в холодильник для холодной ферментации. Такое тесто хранится в холодильнике до 5 дней, и в любой момент вы можете достать тесто и выпекать свежий хлеб. Это очень удобно, как по мне. Я предпочитаю второй вариант, так как после холодной ферментации с тестом намного удобнее работать. Поэтому отправляем тесто в холодильник на ночь. Спустя ночь достаем тесто с холодильника, убираем пленку, на вид оно практически не изменилось. Стол хорошо припыляем мукой и выкладываем тесто. Берем тесто, переворачиваем на другую сторону и руками разминаем в пласт. Тесто очень мягкое и с ним очень удобно работать, приятное к рукам. И далее делаем удлиненную форму хлеба, вот таким вот образом. Но по желанию можно сделать хлеб абсолютно любой формы, какая вам нравится. Перекладываем хлеб на противень, застеленный пергаментом. Пергамент припыляем мукой. Оставляем хлеб в теплом месте примерно на 1 час для расстойки. Спустя 1 час хлеб хорошо увеличился в объеме. Делаем по всему хлебу надрезы острым ножом или специальным лезвием для хлеба. Отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 50-60 минут, но, как всегда, время выпечки зависит от вашей духовки. Американский цельнозерновой хлеб за 5 минут в день готов. Очень мягкий, ароматный и невероятно вкусный. Сразу после выпечки корочка хрустящая, но со временем она станет мягкая. Хлеб еще теплый, но мне очень хочется побыстрее показать вам мякиш. А он просто невероятный. Нежный, мягкий и воздушный. Очень вкусно. Почему 5 минут в день? Потому что на замес теста и формирование хлеба уходит не больше 5 минут. Все остальное время хлеб проводит без нашего участия. Как по мне, это очень удобно и практично. Очень надеюсь, что рецепт хлеба вам понравился и пригодится. Обязательно попробуйте приготовить. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, всем добра и позитива.